Всем привет! Сегодня будут новости с опытной площадки агрофирмы-партнер. Присоединяйтесь! На входе стоит самая большая теплица, но прежде чем в нее зайти, обратите внимание на петунии. Я же говорила, что белые оттенки, светлые, самые эффектные. В этой большой теплице идут испытания новых томатов. Я сегодня уже все проверила. Смотрите, однозначно берем. Это гибрид, который называется Покер. Идемте смотреть следующий томат. За этим томатом, мне кажется, уже сейчас можно занимать очередь. Вы же любите котю. Представляете, теперь будет котю зеленый. Я попробовала, он бомбически сладкий. Потрясающий томат. А вот и другая теплица, но здесь уже всеми любимые и знакомые томаты черри. Это гейша, это зимняя вишня. И не забудьте посадить шикарный гибрид барокко. В новом сезоне будут шикарные салаты. Наконец-то они компактные и одновременно хрустящие. Баклажан Виталик я уже вам показывала в своих программах. Посмотрите на это чудо. Длина аж 30 сантиметров. Кто не пробовал, обязательно исправляйтесь. Сегодня на съемках вместе с Василием Ивановичем Блокиным Мечталиным мы дегустировали просто бомбическую новинку, детерминантный гибрид, который называется Фараденза. Лично я точно встаю в очередь за семенами. Пару месяцев назад, когда мы были на опытной площадке, здесь только-только высаживали петунии. Но я снова хочу сказать, что белые – это все-таки мои фавориты. Николай Петрович, я же права? Конечно, конечно. Белые, по-моему, если я не ошибаюсь, голубые. Как всегда, на опытной площадке Николай Петрович Фурсов – это завсегдатай, без него не обходится. Сегодня мы записали еще интервью с Николаем Петровичем. Поэтому следите внимательно, будет обязательно что-нибудь интересное. Также в новом сезоне будет шикарная коллекция О100 с первым. Посмотрите, какие расцветки. А еще нам обещали классные колиусы. Как они шикарно смотрятся с циниями. Вот такими красками заиграла теплица с иустомами. И я уже выбрала себе фаворитку, которую хочу выращивать в следующем сезоне. Настоящие эльфы. Я не очень люблю цинии, потому что они яркие. Но в этом сезоне появились новинки. Шикарные белые расцветки и грязно такие лососевые. Потрясающие. А еще огромное количество иустомы сейчас тестируется и отбирается в открытом грунте. Когда я делала прошлый обзор, то обещала вам показать теплицу, которую полностью отдали под выращивание черри. Вот такой здесь получился шикарный лес. В следующем сезоне мой сад будет еще более белоснежный. Следите за выпусками на канале «Усадьба» и не пропустите наши новинки.